километров. 3 не купили, так хоть посмотрим, как растет. А нет, это немножко мозоль. Сейчас уже. А в Австрии они вообще в каждой деревушке. Да, да. Ну, здесь мы покупали вино. Вино. Вот он. Подожди, полетчик, скажи мне, где ты? Я в Германии. А сейчас, в данный момент? Замок Аррас. В бассейне реки Мозель. Так. Кругом одни виноградники, винные магазины, и мы, естественно, вином затарились. И некоторые даже его. Да, некоторые продегустировали, несмотря на то, что за рулем. Но тетенька была убедительна, да? Немножко, да, тетенька-продавщица была убедительна, сказала, да, пей ты. И я пил. В общем, все отлично.
Ку-ку. Там наверху, ты видишь, еще замок. Ой, как вкусно пахнет. Цветами какими-то. Сладкий такой запах. Вообще вкусно пахнет. Надеюсь, сейчас нас пропустят. О, наконец-то. Тяжела королевская дорога. Да. Thank you.
девочка нас ждет. Маленькая. Эй, ку-ку! О, какой! Идет на обгон! Идет на обгон! Приветствует нас, однако. Вот так люди проводят выходной день. Как в Ялте? Какие закрытые мостовые? Не, открытые, да. Ну, куда ты едешь, Полюк, говори. Самому главному памятнику Германии. Тоже на расстоянии вытянутой руки проплывали машины. Прямо над улицами мы, да.